Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Станови ее сюда, вот сюда, показывай. Сделаю, как было в прошлый раз. Короче, слушайте сюда. Решили мы создать будущей девушке Инстаграм. И так его и подписали. Будущая девушка. Вот, смотрите, первая фоточка, первый фотопост в профиле с вот этой вот прекрасной задницей. Вот с вот этой вот. Будущая девушка. Будущая девушка. Ссылочка будет в описании. И вот на жопе. Она меня там максимально пытается унижать. Конечно, не получится. Все знают, кто здесь босс. Короче, там может быть что-то такое, чего вы не увидите на моем аккаунте. Потому что я-то себя не хочу показывать как лох. А она пытается меня только такими выставлять. Я же-то не лох, правильно? На данный момент это закрытый аккаунт, и можно подписаться только если мы вас подтвердим. Так что оставляйте заявки и ждите. Вот, хотел рассказать, что только что был на переговорах. Смотрите, какой здесь вид. Обсуждали одну программу, даже я бы сказал, возможно, пирамиду, короче, систему. Пока ничего не скажу. Пока только обсуждали, рассматривали все возможные варианты. Вот, и чуть позже, возможно, вы узнаете. Вот, еще система не запустилась, и в скором времени ждите, короче. Хуяк, блядь! Я бы забрал вот этот матрас пизды. На, сука. Короче, на самом деле дождя нет, просто мы вышли с будущей девушкой погулять, и тут просто такая еба. Здесь прорвала труба. Я не знаю, зачем я это рассказываю, пускай это будет как новости какие-то корреспондентные. Все, показал. Это было всего 40 секунд, и за 40 секунд я, блядь, весь мокрый. Как облажаться за 40 секунд? Подожди. Не говори этого. Поняли, да, о чем? Наш первый раз. Как облажаться за 40 секунд. Добрый ранок. Такой опрос хочу провести. У нас постоянно какая-то... Ай, переборщил, извините. Постоянно какая-то ебаня тут происходит, но и ебаня тоже, и всякие какие-то непонятные штуки. И мы это не снимаем, потому что, ну, типа, некогда. Допустим, я ее
за письку так ухватила, так выкручивая, она меня за яйца. И я кричу: «А, мне больно!» Она говорит: «А, мне тоже больно!» И постоянно что-то такое непонятное происходит, творится, то мы деремся чем-то, то что-то блетит, бросается, блядь, падает. И мы думаем, вот если бы здесь стояла где-то скрытая камера, было бы очень интересно. Было бы что вам показать, да и вообще было бы на что посмотреть. И мы думаем, вот стоит ли устанавливать здесь скрытую камеру? Давайте посмотрим по комментариям, если... Если будет достаточно плюсиков, ставьте плюсики в комментариях, мы это сделаем. На кондиционере вот здесь можно поставить, как раз было бы видно, вот сейчас вам покажу как. Как-то бы вот так было бы видно, как раз вот траходром, все вот происходит вот здесь, ну и вот там, и короче везде, вот там подушками драки, ножи друг друга летят и все такое. И еще одно. Многие говорят, что будущая девушка — это Павлушкина, что это моя сестра. Но теперь вы так не скажете, потому что Павлушкина переехала в Черкассы, а я с будущей девушкой здесь. Поэтому уже как бы не сходится то, что будущая девушка — это Павлушкина. Но бытует мнение, что будущее... Ой, блядь, зеркало. Бытует мнение, что будущая девушка... Это бывшая девушка. А как развеять этот миф? Можно было бы собрать их вместе и показать, что это не один человек. Но мне кажется, что это невозможно. Как минимум, кто-то из двух не захочет. Как решить эту проблему? Надо вот решить как-то. Как считаешь, как решить? Как дать понять, что... О, ты надел эту резинку, которую я нахуй надеваю на волосы. Вот с такими ушками я... Да тихо, вот это вот член... А вот это типа ушки, вот у меня, я был зайчиком как-то. В детском садике я был, блять, со всех сторон нельзя ничего показывать. У нас тут просто картина порнушная, где мы трахаемся на всю стену. Я не знаю, я проверять не сильно бы хотел. Короче, ребята, приехали мы в блокбастер. Здесь открываем новый сельпо. Кстати, самый пиздатый сельпо в Украине, наверное. Вот ребята работают. Воняет растворителем. Не, хуйня, это они тут шумят. Короче, что хотел сказать. Понял одну вещь. Творчество не должно быть связано никак с деньгами и заработком. Творчество есть творчество, это чисто для души. А бизнес... Это бизнес. И я не хочу снимать ради денег, потому что... Это мое творчество, это моя душа, то, что я вкладываю. Позволяю вам укусить, посмотреть. А зарабатывать, точнее не зарабатывать, зарабатывать, я сказал, извините, оговорочка. Получать деньги я буду просто за счет пассивного дохода. Да. Короче, ребята, видите эту прекрасную девушку? Я ее видел такой, какой ее не видели вы. Ее так перекосило, что вы даже представить не можете. Заработок денег не должен мешать вашему творчеству, если вы творческая личность. Вот, например, я снимаю видео не ради денег. Помните, да, я вам рассказывал о том, что я не зарабатываю на YouTube, что у меня там на канале, там, не знаю, в месяц $100 собирается. Кстати, сейчас немножечко выросло, сейчас уже 200 там с чем-то. Но это такое. Я говорю о том, что на данный момент мои инвестиции как пассивный доход дают мне в неделю от 20 тысяч гривен. Я хочу, чтобы эта сумма выросла в 50 тысяч. То есть для этого я не работаю, я абсолютно ничего не делаю, занимаюсь творчеством. Вот вы сейчас на него смотрите. А деньги пускай работают на меня, а не я на них. И хочу сказать, что вы смотрите не на того, кто зарабатывает за счет просмотров, и за счет того, что вы там, блядь, это смотрите и пишете, что хайпанул, не хайпанул, все такое. Типа меня не ебет, вы смотрите или нет. Я просто... показываю хуй. И мне похуй. Но это на моем телеграм-канале. То есть хотел сказать, что вы можете смотреть это, я буду рассказывать, показывать, как я просто с ничего зарабатываю деньги. Не зарабатываю, получаю как пассивный доход. Кстати, вот это самый сельпо. Короче, что я вам скажу. Вы сейчас смотрите на того человека, который... у которого было все. Который специально, вот знаете, как
Действительно, правда, вот будущая девушка говорит, что люди, те, которые попадают в Forbes, это не те, которые миллиардеры, миллионеры, это те, у которых было все, которые все специально потеряли, но нашли в себе силы, чтобы все вернуть и сделать еще больше. Вы помните и навсегда запомните, что у меня было все. Я специально это все спустил. Опустил канал просто до нуля. Я вам показывал, что там заработок у меня сейчас $100. Все спускаю до нуля, и я думал, что мне этого хватит. На самом деле нет, мне этого не хватило. Я не прочувствовал никакой мотивации, когда все спустил под ноль. Я набрал кредитов, я набрал долгов. Вот, и теперь я понял, что теперь можно начинать заново. У меня теперь есть стимул, и вы сейчас смотрите на, внимание, будущего миллионера. Ну, а потом уже будет миллиардер, но это уже попозже. Давайте начнем с маленького. Будущая девушка, просто вы бы ее увидели. Боже, она сейчас, она в таком восторге. И вы даже не представляете, насколько она красива. Поэтому я прячу ее лицо и не хочу вам ее показывать. Но на самом деле, есть другая причина, почему я ее не показываю. И я не хотел бы, чтобы вы как-то пытались... Пойдем туда, дорогая. И ни в коем случае не хотелось бы, чтобы вы как-то, не знаю, искали ее, пытались понять, кто это, почему я ее прячу. Вас не должно это интересовать. Мы позволяем, пускай я позволяю вам ее видеть настолько, насколько вам можно. Больше вам не нужно. На это есть свои причины, которые вам тоже не стоит знать. Аккаунт в Инстаграм, все. В этом аккаунте вы сможете увидеть максимум, что вам можно. Больше вам не нужно. А еще? Но это тоже, это уже потом в Инстаграм увидите. Что? Я не придумал, это интрига, понимаешь? Вот что понял, и понял, что мне нужно заняться одним вопросом, решение одного вопроса. Боже, как я обожаю, это же Эмрата. Я на нее подписан в инсте. Будущая девушка, подожди, не бей витрины. Она очень взрослая для меня. Короче, инвестиции, как вы сами понимаете, что это такая штука, которая невозможно предсказать, когда они могут прекратить свое действие. Я понял, что мне нужен какой-то запасной вариант, какие-то дополнительные инвестиции, чтобы они сыграли однажды моим спасательным кругом. Вот, поэтому я подумываю над тем, чтобы ввязаться еще как минимум в один проект, а лучше, чтобы в два проекта, чтобы у меня был какой-то запасной плод, который мне будет давать плод. А, как говорится, купи-ка гривню, бараже. Вот, сейчас буду этим заниматься. Вот, допустим, у меня есть будущая девушка. Запасных вариантов пока нет. Но они мне не нужны. Ни в коем случае, ни в коем случае. Боже, вы бы знали ее. Вона сосе, как африканский ребенок, который никогда не видел воды. И она думает, что оттуда сейчас вода потечет. Короче, ладно, мы об этом не будем, это не ваше дело. Этот влог не такой, как вы ждали. Да, я подался в бизнес, я пошел за чем-то большим. И об этом будут теперь мои влоги. Что нужно знать одну немаловажную вещь. Умея тратить, нужно уметь и зарабатывать. Когда ты куплю себе такой офис? Я хочу, чтобы вы тоже развивались вместе со мной, чтобы вы могли позволить себе больше. Ну, знаете почему? Почему я именно так хочу? Потому что многие отписались. Я хочу, чтобы именно те люди, которые остались, чтобы они обрели какие-то новые возможности, те, которых у них не было раньше. И вы это получите. Знаете, меньше народа, больше кислорода. Думаю, сейчас придумаю. В жопе ковырялся, без яиц остался. Практически одно и то же. Вот те, кто ковырялись в жопе, отписывались от меня. Вот и останутся без ничего. А вы, ребята, вот, сука, вот, блядь, вот ты. Вот я, сука, знал, что, блядь, вот ты останешься. И вот именно ради тебя я это все и делаю. Блин, блядь. Блядь, действительно, ехали вот сюда, ехали там какими-то спальными районами и заметил, что, блядь, это просто гиперпроблема, то, что на каждом углу, на каждом, блядь, шагу во всех этих спальных районах, я не говорю там, допустим, о центре, потому что в центре такого нет, вот именно взять спальные районы, действительно, блядь, на каждом углу, блядь, ломбард, какие-то швидкогроші, блядь, быстрые займы и, сука, блядь, просто, блядь, пи***.
пиздец, как много. Лото-забава, блядь, лото-трон, лото-жопа, лото-пизда, блядь. Куда вы приносите? В ломбард что-то сдаете или у кого-то что-то отжимаете? Идете в ломбард, вам дают деньги, вы с этими деньгами сходу пи***ете и проебываете их. Это же полный пи***ц. Почему такого нет в районах каких-то центральных? Потому что туда никто не пойдет. А в тех каких-то более бедных районах, где люди, блядь, реально за копейку хуй сосут. Извините, пожалуйста. Доводят людей до того, чтобы они, блядь, ходили, сдавали все в ломбард или, блядь, гоп-стопы устраивали, и потом, блядь, велосипеды отводили, как некоторые. А велосипеды, блядь, пиздят у детей, блядь, и сдают в ломбарды. И потом идут, играют на автоматах, все проебывают, блядь, и все. И от этого у нас появляется преступность, воровство и просто и прочая херня, типа, которой не должно быть, потому что нужно к не матери, позакрывать эти все лототроны, блядь, казино всраные. Их и так полно в интернете. Так еще, блядь, на улице просто пи***ц, блядь, на квадратном метре, блядь, по 5 вот таких штук. Я считаю, что их нужно как можно быстрее закрыть, потому что это полная хуйня. Давайте вместе подпишем какую-то петицию и закроем к тебе не матери эту всю хуйню. Я за это. Потому что я желаю для вас лучшего, как вот охранники этого прекрасного супермаркета и торгового центра желают для него лучшего, вот так я желаю для вас. Считайте, что я ваш охранник. Вот. Дураки будут смеяться и скажут, что это все не так. А я вам скажу, зачем мне вам пиздеть? А? Вот. Да, молодец, влезла в кадр. Когда пытаешься не показывать. Скоро Новый год. Год крысы. Я надеюсь, что многие крысы засветят свои мордочки. Именно, знаете, те самые крысы, которые крысы. О. Так же, как с девушками, нужна одна охуенная, пиздатая, самая лучшая, самая. Такая, которая ни у кого не будет, чтобы я не захотел кого-то ее отбить. Понимаешь? Самая-самая. И только потом я начну ее ценить. Но есть одна проблема. То, что она у меня уже есть. Ну, в смысле, проблема и девушка. Поэтому мне осталось только стать миллионером.